Вот. И тогда, конечно, вот эта встреча в Севастополе, вот это все, вот эта энергетика от него, вот это тоже такое чувство, что непонятно финала, мы не знаем финал, что будет в конце. Оно сохранялось до последнего момента, пока не было принято решение. Вот это тогда, вот эту ночь, когда мы вот сидели втроем, у нас еще это чувство было неопределенности. Вот, ну кто, каждый понимал, что все, здесь пойдем до конца. Вот. И уже потом были, конечно, детали. Я думал, что сегодня вообще мы можем будем рассказывать каждое о деталях, каждое, что, потому что все это то, что делал Севастополь, каждый из нас. Это были действительно звенья одной цепи. Вот где-то, и причем это было, не было Мозаик. команды, не было какого-то центрального, какого-то командного штаба, который бы говорил: Басову, езжай туда, значит, Камилову делай то, ему делай это. Это вдруг стало само складываться. Люди, каждый на своем месте пытался что-то делать. И вот это так сложилось, что мы получили чудо. Это действительно чудо. Понимаете, такие вещи без крови не получаются. Это реально от мысли многих людей материализовались, и покрова Богородицы защитили этот город, понимаете, которого не предали четвертый раз.